Здравствуйте, меня зовут Эрмек Джаналиев, мне 34 года, я из солнечного Кыргызстана. Сейчас на данный момент проживаю в Москве, ну я переехал с семьей с 2014 года. Вот. И есть своя многопрофильная медицинская клиника, где я, в принципе, сам работаю врачом-стоматологом. Я решил пройти обучение в школе духовного бизнеса Артха. Ну, в первую очередь, потому что, наверное, у меня профессия есть такая, профессия, которая должна нести определенную, ну, помощь людям, благородство какое-то. Вот. Переехав в Москву, я понял, что много, по крайней мере, в тех клиниках, где я работал, очень много завязано на бизнесе, на монетизации вот таких медицинских услуг, как сейчас называют. И это такой большой толчок, в том числе, дал, чтобы была своя клиника. Сейчас, применяя в том числе эти технологии, я понимаю, что я больше могу отдавать людям, больше служить. И имею возможность давать... Ну, максимально, ну не максимально, насколько я могу качественное лечение по значительно ниже цене, чем в Москве. Самое, наверное, ценное в обучении для меня это были, скорее всего, люди. Люди, которые это все организовали, люди, которые дают нам пример, участники, которые... Я увидел много участников первый раз, находясь в бизнес-среде, что они не просто создают какие-то проекты, бизнесы ради, скажем, материальных благ или ради денег, в общем, а создают ради того, чтобы помогать другим людям, кто-то в экологии, кто-то в отношениях, кто-то какие-то благостные продукты производить и так далее. Но для меня больше всего как раз-таки это люди, которые хотят делать мир лучше. На данный момент я только пытаюсь применять эту технологию, жертвовать определенную часть денег на, скажем, на духовное какое-то развитие, на благо. Вот. И как минимум это очень вдохновляет, как минимум хочется больше как бы и бизнес свой расширять, для того, чтобы было больше возможностей помогать другим людям. И последнее, как минимум, я хотел бы, чтобы все предприниматели, которые есть, особенно в России, в странах СНГ, они приняли участие в обучении, в построении, в бизнесе по модели Артха.